есім Айдос Тоқтарбаев Хизамадиұлы. Шығыс Қазақстаннан, Ұржар ауданы, Қарабалық ауылынан келдім. Алакөлдің жағасынан. Марқұм ағам үйреткен осы бойымда өнермен эстрада цирк колледжіне түстім. 2001 жылдарда цирк колледжінде оқып жүргенде де көп түсінбей жаңағы директорды оқудан шығарып жіберіп 4-ші курста. Маған айтатын жаңағы, ой сен барда мал бақ, мақаншыңа барда, ауылыңа бар, сен түк шықпайды деп. Мен есігін теуіп шығып кеттім де, қайтып айналып келетіп, айттым бәрібір осы өнерді қуалаймын деп кеткем. 2008 жылдар аралығында рекордтар кітабына жазылдым 2 рет. Энциклопедияға өттім. Сол уақыттарда жұлдызым жанды шыны керек. Көптеген телеарналар, басылымдар, сайттар, шетелдік сайттар мен туралы көп жаза бастады, көп түсіре бастады. Жобалар, осындай жобалар ашылғалы мен цирктің әртістерін баға ашылады деп ойлаймын. Өйткені бұндай жерлерде барын салады ғой. Барымызды саламыз, тырысамыз. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Как настроение? Бұрын көп қобалжымаушым, что-то қобалжып тұрмын. Ага, не волнуйтесь. Өйткені бір жаңа номер жасайын деп тұрмын да, сол кішкене ойымдағыдай бола ма деп ойланып тұрғам. Ну давайте, начнем. Такие трюки вы, наверное, очень много занимаетесь дома, да? Шындай тембе. Тайндалмем. Не занимаетесь? Да вы что? Курлыста стим. Уақыт жоқ десе. Но, тем не менее, очень пластичный парень. Ты сам говорил в самом начале, что ты готовился, что это что-то новое, свежее. Я так понимаю, что вот как раз человек каучук, да. А вот это, по всей видимости, ты уже добавил. Дрели глотания. Перфоратор глотания. Одно не молоток. Да, да, да. Вот надо было просто чуть-чуть побыстрее. Вот я хотел, чтобы как-то ты быстрее к этому процессу перешел. Вы молодец, это реально, это круто, это талант. Рахмет. Возможности, конечно, человека они безграничные. Это очень интересно, очень талантливо. Но я, к сожалению, не увидел
не впечатлил. Того, чего хотел. Сори. Я видел что-то классное, поэтому в итоге я все-таки скажу «да». Сейчас я вам скажу «да». К сожалению, он меня не удивил, поэтому я говорю «нет». Мой коллега не удивился, а я говорю «да». И у вас один «нет», три «да», и вы проходите на следующий тур. Поздравляю. Скажите ему, чтобы не включал перфоратор, когда будет глотать в следующий раз. Нет, он в следующий раз он включит перфоратор. Назло мне. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.